Так, мы на Поклонной горе. Вот там Кутузовский проспект, машины летят. Ну, насколько хватит аккумулятора, я с собой взял внешний аккумулятор. Но видимость, видно очень плохо экран. Так, что комментировать, не знаю. Просто смотрите, площадка для аренды велосипедов. Можно взять на прокат. Отлично. Так, я тоже. Так, идем в сторону фонтанов, где любят купаться, отмечая свой праздник и мариманы, и дети дяди Васи. Вот стелла на Поклонной горе. Ну, панорама. Это вот верхушка. Верхушки — это Москва Сити. Много водички. Ура! А вдали триумфальная арка. Людей не очень много. Что тут творится во время салюта или фейерверков, вы можете представить только. Сделал такую панораму небольшую с этой точки, но следующую точку тоже так же попробую прокомментировать. И раз. Так,
идет настройка аппаратуры. Вечером будет представление. Так, ближе Стелли. Видим, готовится сцена проведения мероприятия вечером 180 лет российским железным дорогам. Погода пасмурная, вроде бы дождь собирается. Ну, постараемся успеть до дождя. Вот такая панорама. Это мой внук, главнокомандующий. Людей еще мало, все будут собираться ближе к вечеру. Тут, думаю, будет гораздо многолюдней. Но пока подготовительные работы. Но еще раз продублирую, потому что не вижу настройки. Совершенно не видно на экране, что снимаю. Интуитивно. Чтобы заснять полностью Стеллу, такую позу принимаем. Так, ну солнце выглянуло не кстати. Засветка, наверное, будет. Напоминаю, Поклонная гора. Сейчас пойдем в музей тяжелой, в музей артиллерии, там где танки, гаубицы, пушки. Обязательно подойдем к вечному огню. Цветы у вечного огня. В цвете триколора. Сам вечный огонь. Память всех погибших соотечественников в Великой Отечественной войне. Земной поклон вам.
Это вид на Поклонную гору от здания Музея Великой Отечественной войны. Панораму, я думаю, вы уже знаете. Ну вот, молодожены. Так. Вот еще молодожены. Ну, многие приходят на Поклонную гору. Так, детишки учатся кататься. Вот они. Вот так. Я смеюсь, я-то не умею кататься. Вот они. Будущий жених и невеста. Ну это без слов. Так, продолжаем наш маршрут.
Так, ну, мы на смотровой площадке. Людей видите не очень много. Вот и свадьбы, и байкеры. И невеста танцует. Пожелаем им всего доброго, счастливой жизни. Так, гости. Ну, снимаем, значит, панорама. Университет. Университет постепенно. Переходим на набережную. Обычно здесь очень много людей собирается. И панорама. Стадион Лужники. С левой стороны видите Москва-Сити. Лужники. Ну и полная панорама площадки. Людей, повторяю, очень много, но сегодня еще мало. Обычно все туристы, все приезжающие в Москву, считают обязанным посетить смотровую площадку. А вот панорама. Смотровой площадки. Очень много иностранцев. Ну, надеюсь, с такой скоростью поворачиваясь, все-таки вы сможете рассмотреть, ну и представить картинку в реале. Это мой главнокомандующий. С мамой. Так, ну пойдем в машину. А? Я снял уже панораму. Еще раз. Слева направо. Стадион Лужники. Ну, это байкеры уезжают. Продолжаем панораму, значит, стадион Лужники. Москва-Сити. Ну, это все, наверное, хватит. Еще раз. Еще разок. Вот университет. Вот они, байкеры, рванули. Так. Теперь панорама самой площадки. Ну, сегодня людей немного. Очень много тут бывает свадебных процессий. Ну и повторю, что многие приезжающие в Москву, туристы, иностранцы в обязательном порядке посещают вот это место.
Ну еще раз. Круг. Ну, такой известный прославленный стритрейкер, или как их назвать, уличные гонщики, ржавая молодежь. Ну так, эпизоды. Гуляют люди. Пасмурная погода. Будет дождь или нет? Вот сидят птички. Скажите, знакомься. Скажи привет, привет. Погладь. Кадр, смотри, улыбайся. Держи, тебя тоже обрубка. Не бойся, не бойся. Ой, какая птичка. Не бойся, не бойся. Смотри туда, туда смотри. Погладь, птичка, погладь, если можно. Возьмите меня. Вот. На голову не как, не капнул. Ну так, вот снимаю, что попало. Основное показал. Стоять тут нельзя, поэтому он сейчас сделает круг и вернется, чтобы забрать нас. Многоязычная речь, иностранцы вот с флагами стоят, это гиды, чтоб не потерялись, они вот поднимают флаг и собираются, если потерялись, уже это ориентир. Ну еще разок. Вот с флагами, которые стоят, это гиды, собирают потерявшихся туристов. Ну, это свадебный лимузин. Ну, все. Поехали. Побывали на смотровой, посмотрели МГУ. Продолжаем наше движение, но уже в сторону дома. Вот здесь вот по вечерам очень красиво. В любом случае приедем как-нибудь сюда вечерком. Здесь собирается очень много байкеров, очень много стритрейсеров. В общем, одного мы видели уже сегодня. Прямо, можем прямо поехать. Давай к университету, а там налево и выйдем. Прямо.
Кирюху развлекать, чтобы он не заснул, чтобы он дома поспал. Нет, в машине. В машине кошка. Там сразу на Вавилову можно выскочить. Тебе нужны такие птички дома? Нет. Не надо? Не нужны мои. Не нужны дома птички. Но летают они. Летают высоко. Летают высоко. Да. Ты же им привет помахал? Собраны его вещи, все, что связано с его жизнью. А здесь теория преобразования видов, что ли.
совершенно другое. Вот, как голубь. Очень большая коллекция животных. Ну, будет возможность, если вы в Москве будете, я бы советовал посетить Дарвиновский музей. Это Ленинский проспект стоим. Выскочим в конце Нахимовского, прямо перед Варшавкой Кашиной. Ну вот он, Дарвиновский музей с правой стороны. Много лет тому назад я работал здесь в должности главного инженера. Дарвиновский музей. Союзная улица.
Знаешь, потому что я на работу ездил по этой дороге с работы и попадал в часовник. Но сейчас ситуация с дорожным хозяйством резко изменилась. Построили много развязок, организовали по-другому движение. Видно вам или нет, с левой стороны вот красивая пирамида, жилой дом. Скажи лучше что-нибудь. Собака?
картошку. Мерин занял крайнюю правую. Там стрелка и задерживает движение вот тех, кто на правой полосе. Без номеров, без ничего. Дождик долго будет идти? Нет. Долго? Долго нет. Долго еду туда. А? Период зеленый. Вовремя покинули смотровую площадку. Вот здесь ливень, как на юге Москвы. Приедем, посмотрим. Хорошо, если асфальт будет влажный. Сейчас начнется сильный ветер, и деревья очень опасные здесь. Сколько уже было случаев, во время грозы деревья падали. Вот, на мотоцикле самое время сейчас ездить. Дома серии P44T. Улучшенные планировки.
этих домах П-44Т двух- и трехкомнатные квартиры имеют по два балкона. Симферопольский и Севастопольский постоянно путаю, они идут параллельно друг к другу. Вот, Симферополь, Севастополь. Крайнюю левую полосу, несколько потоков выходят. Зимой тут тяжело, скользко. Нахимовский проспект. Проезжаем под Варшавкой. Варшавское шоссе. И впереди Каширское шоссе. Yeah.
Черный принц. Давно, очень давно. По-другому кошелька смотрится во время дождя. Я не могу понять, вот или град это ударяет иногда, резкие звуки. Дождик любишь? Нет. Не любишь дождик? Дождик не надо. Надо дождик тебе? Нет. Или снег ты любишь? Редкие градины долбят. Вот правая полоса, по которой мы двигаемся, это выделенная полоса. В субботние и воскресные дни движение по ней разрешено. Но судя по тому, что все машины стояли на левой двух, это говорит о знание правил дорожного движения этими водителями. Ночное движение по Москве, как помните, тоже было ознаменовано сильным дождем на Красной площади. Но сейчас и на юг Москвы пришел ливень.
погода. Это колея. Колея, там скапливается вода. Конечно, до ума не доведена Каширка. Каширское шоссе. Приехали, слив топлива. Ничего страшного, не мешает. Оригинально, нет аварийки, очень приятно на помойке. Это у нас Екатеринбург, Свердловская область, 174. Подождем немножко, заправимся, вперед с песней. Так, я... Непредсказуемая погода в Москве, то тропические ливни вот тут же ясно становятся. Все, у нас куда пошло? На восток, да? Нет, друзья, что вы ускориться не могли? Вот она, посмотрите. Кирилл, все, угомонись. Ждем, на самокате поедешь? Давай. С мамой поеду здесь. Вон придурок, видите, да?
с зелеными дисками. Спасибо, ко мне позвали. Спасибо. Почему придурок? Аж заза занесло у него.
человек.